Уже в следующем году власти Карачаева-Черкесии намерены полностью ликвидировать очередность дошкольные образовательные учреждения для детей до 3 лет. Об этом глава республики Рашид Тимрезов доложил президенту Владимиру Путину. О том, как исполняется данная задача в Уйджигутинском районе, расскажет Алла Качиева. Вот такой еще один социальный объект появится скоро в ауле Сарытюз. В населенном пункте с численностью почти 4000 человек строится детский сад «Ясли» в рамках реализации программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесии». Учреждение для дошколят в Сарытюзе есть, но оно маленькое. О необходимости детсада жители сказали главе республики Рашиду Тимрезову. Конечно, нужен, потому что в ауле все возят. Поселок Правокубанск, то Карачаевск. Теперь мы рады, что у нас все будет на месте. И никуда не будет никто не возить. Жителей очень радуют позитивные изменения в Сарытюзе. Молодые мамочки ждут не дождутся окончания строительства детского сада. Приходят на объект и следят за ходом работ. Зоя Гачияева – частый здесь гость. Ведь в это дошкольное учреждение будет ходить ее правнук. У нас вот этот детсад строится. Потом сделали у нас там дом культуры, сделали площадку нам очень хорошую детям. И спортивную еще есть у нас в школе, во дворе школы площадка. Ну, все делают потихоньку, благоустраивают. Строительство современного детского сада «Ясли», рассчитанного на 80 мест, началось в прошлом году. Здесь предусмотрено все, что нужно для образовательного процесса. Начиная от подсобных помещений, спален, игровых комнат, заканчивая кабинетами для администрации, педагогов и медицинского работника. Все полы, которые будут дети бегать, они утепленные, будут там теплые полы. Вот, а вода, соответственно, ну, местная, а вот по электрической части здесь построили новую трансформаторную подстанцию. И еще будет запасной вариант, дизельная установка будет на территории. Котельная своя будет отдельная здесь. То есть этот объект автономный. После окончания основных работ строители приступят к благоустройству территории. Будут выполнены требования пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Канализацию, водопровод, отопление на объекте уже сделали. Сейчас строители приступили к стяжке полов и косметическому ремонту. Работы идут строго по графику. По словам строителей, около 75% работ уже выполнено. И объект планируют сдать к концу этого года. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Уйджигутинский район.